Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Начнем наше первое занятие из серии вебинаров по средам. Пожалуйста, да, поставьте плюсик, что меня слышно, что у нас все в порядке со связью. Да, благодарю вас. Спасибо большое. Прежде чем мы начнем рассмотрение темы сегодняшнего вебинара, это напомню, 16-й стандарт и основные средства, и 41-й стандарт сельское хозяйство. Но, честно говоря, в большей степени 41-й стандарт волнует. Я сейчас скажу почему. Да, давайте, прежде чем мы приступим к рассмотрению вот нашей темы, несколько технических моментов, связанных с проведением вебинара и вообще с нашими вебинарами по средам. Во-первых, если вдруг у вас выключится звук, еще что-то, существует техническая поддержка на сайте Webinar.ru, и там указан телефон. Сейчас я, секундочку. Не стесняйтесь звонить, вам помогут. Подскажут, проверят компьютер и, ну, надеюсь, что восстановят. Номер нашего мероприятия указан в ссылке. Вот в окне вашего браузера есть ссылочка. И вот там шестизначный номер где-то в середине этой ссылки есть. Вы можете сказать этот номер и помогут. Еще сразу предупреждение. Пожалуйста, не нужно пытаться во время вебинара переключать оборудование. Ну, то есть, допустим, наушники менять на эти колонки. Потому что система каким-то образом работает, не знаю в технических подробностях, но она подхватывает существующее оборудование. То есть, если вы вдруг во время вебинара переключите наушники на колонки, у вас все пропадет. Звук пропадет, и вам нужно будет просто-напросто перезагрузиться. Так, то есть это технический момент, пожалуйста, учитывайте. Следующий момент, связанный, ну, вообще с проведением вебинаров по средам. Скажу сразу вот слушателям планомерных групп и планомерных групп, которые у меня занимались. Я вам отдельно вышлю ссылочку на вот эту папку группы вебинары по средам, так что вы не волнуйтесь. А слушатели, которые вот непосредственно приобрели полный комплект, я хочу рассказать, что, ну, что за материалы у вас будут в доступе. Во-первых, к вам пришло автоматическое письмо. Естественно, со всеми ссылками на наши вебинары и самое главное, ссылкой на папку группы. Вот что лежит в этой папке, пожалуйста, обратите внимание. Сейчас мы посмотрим, чтобы вы не терялись, если вдруг что-то, какую-то вы ссылочку потеряли. Самое главное, сохранить ссылку на папку группы. Секундочку, я сейчас включу. Так, итак, у нас папка группы находится на Яндекс.Диске. Прежде всего идут папочки вот по порядочку, по порядку проведения наших вебинаров. То есть в этой каждой папочке будут материалы, связанные с этим вебинаром. Где-то за час-полтора до начала вебинара я эти материалы выкладываю. Раньше, к сожалению, не всегда у меня получается сделать. Так что вот где-то дедлайн такой. Час, ну, полтора.
То есть вот у нас будет 9 встреч, 9 вебинаров. Кроме того, у нас с вами будут консультация 1 и консультация 2. То есть там тоже у нас будут материалы какие-то, если они нам понадобятся. Обратите внимание вот здесь вот. Конспекты к экзамену DPFR-RUS краткие. То есть вот здесь вы можете скачать вот эти вот конспектики. То есть на 7 листочках. И уже по ним заниматься. Далее. Вот здесь вот обращу ваше внимание. Есть файл «Ссылки на вебинары по средам». Что в этом файле? В этом файле я его буду обновлять. В этом файле есть ссылки на вот наши все будущие вебинары. И будут ссылки на записи прошедших вебинаров. То есть вы можете открыть. Кроме того, пожалуйста, когда вы это скачаете, не поленитесь посмотреть, прокрутить дальше. Если вы прокрутите дальше, то там идут все бонусные записи. То есть ссылки на материалы, когда была запись, ссылка на папочку, где вы можете взять и материалы, и MP4 файл, видеозапись. То есть скачать себе просто на компьютер уже там или на планшет какой-то и уже свободно проигрывать. Кроме того, там внизу, кроме бонусных вебинаров, там есть и мастер-классы, которые важные, которые стоит посмотреть и стоит проработать. Они без регистрации, вы просто туда заходите и там нажимаете необходимые ссылки и работаете с мастер-классом. Так, теперь. Да, вот здесь вот этот файл будет постоянно обновляться. То есть постепенно вот пройдет наше занятие IAS-16 и IAS-41. Здесь вместо ссылки на вебинар появится ссылка на запись, которая находится вот здесь на платформе Webinar.ru. В папочке Яндекс.Диска где-то через 3 дня, там нужно некоторое время на конвертацию, появится та же запись, но в формате MP4, вот, которую вы можете скачать. Так, плюсик, пожалуйста, поставьте, что все, что я сказал, понятно. Да. Хорошо, спасибо большое. Даже поэтому ситуация следующая. Даже если к вам что-то не пришло, какая-то ссылочка не пришла, вы открываете папку группы, открываете этот файл. Желательно его, кстати, скачать себе на компьютер и время от времени обновлять, тоже скачивать. Просто открываете этот файл, нажимаете на ссылку, и в любом случае эта ссылка работает как гостевой вход. То есть не именная ссылка, как вот вы сейчас зашли, а с гостевым ходом вы все равно попадете на вебинар. Да, у слушателей, которые приобрели вот разовый доступ к какому-то вебинару, естественно, этого нет, есть доступ к каждой папочке. То есть в этой папочке точно так же краткие конспекты, но только не полные, касаемые вот конкретного стандарта, который мы рассматриваем. Ну и все материалы, задачи и ответы, и конспекты по кадрам, я их так называю, это то, что мы с вами листаем и просматриваем. Да, и еще один момент важный. После окончания вебинара, где-то через полчаса, вы получите ссылку, также от Webinar.ru. Она будет звучать для вас точно так же, как и все предыдущие. То есть вы зарегистрированы на вебинар IAS-16, IAS-41, секреты экзамена DPFR-RUS и так далее. Не думайте, пожалуйста, что это ошибка, не удаляйте ее. Вот в этом уведомлении там будет ссылка на запись. Да, потому что мы с вами собраны, слушатели собраны из разных групп,
То есть, и, к сожалению, я не имею возможности вот разослать это. Вернее, имею возможности, вот этот платформа Webinar.ru нас объединяет как раз. Те, кто зарегистрированы на конкретный вот этот вебинар. Так, ну что ж. Хорошо, а начнем мы с вами с 41-го стандарта. Так, да, по поводу вопросов. Если какие-то вопросы у вас есть, то, пожалуйста, пишите сразу в чате. Я постараюсь либо ответить, либо немножко отложить этот вопрос, но в любом случае я на него отвечу. Да, мы начинаем со стандарта ИАС 41 «Сельское хозяйство». Когда он тестировался? Вот он тестировал, крайне редко тестируется и тестировался. Единственный раз он тестировался в русской версии, то есть до 2007 года английская и русская версия различались. С 2007 года это стал единый экзамен, то есть российская версия это просто перевод англоязычного экзамена. В русской версии в июле 2006 года тестировался этот вопрос. Да. И, кстати, там ответы вот шестой год и раньше готовила не ASA, а ATC International готовили ответы преподаватели этой компании. Да. А в английской версии тестировался стандарт в декабре 2004 года. И вот на прошедшей сессии в июне 2015 года он протестировался на 12 баллов. Зная экзаменатора, вот, так скажем, привычки экзаменатора, можно достаточно с высокой степенью вероятностью утверждать, что ИАС-41 появится в декабре в экзаменационной сессии. Почему? Потому что экзаменатор уже несколько раз так делал. То есть при изменении стандарта он тестирует этот стандарт вот в последней сессии перед изменением еще в старой редакции, а потом тестирует его как бы в следующей сессии, но уже в новой редакции. Я думаю, что там был вопрос у нас в июне полностью теоретический, там никаких расчетов не было. Я думаю, что в декабре нас ждет ситуационная задачка на этот стандарт. Но, скорее всего, там будут, может быть, не биологические активы, а именно плодоносящие многолетние растения, которые у нас будут учитываться как основные средства. Да, изменение простое на самом деле. Изменение простое. Теперь многолетние плодоносящие растения у нас учитываются не как биологический актив, а учитываются как основное средство. А теперь давайте по порядочку пройдемся по теоретическим положениям этого стандарта. Итак, что такое сельскохозяйственная деятельность? Это осуществляемое предприятием управление биотрансформацией и сбором биологических активов в целях их продажи или переработки в сельскохозяйственную продукцию или производства дополнительных биологических активов. То есть ключевой момент сельскохозяйственная деятельность – это управление биотрансформацией, ну и сбором биологических активов. Что такое биологический актив? Биологический актив – это живущее животное или растение. Вот ключевой момент в биологическом активе – это живое.
Это живое. В процессе сбора с биологического актива мы собираем сельскохозяйственную продукцию вот непосредственно в момент как бы сбора. То есть, допустим, это шерсть совцы мы собрали, или мясо, которое получили путем прекращения жизнедеятельности. Ну вот, пардон, что о таком приходится говорить. Далее, сельскохозяйственная продукция в процессе переработки становится продукцией переработки сельхозпродукции. Вот так она называется. Да. Теперь пройдемся. Итак, биологический актив подвержен биотрансформации. Что это такое? Это процессы роста, вырождения, размножения, продуцирования, в результате которых в биологическом активе происходят качественные или количественные изменения. То есть, условно говоря, качественные изменения какие могут быть? Допустим, ну, допустим, тот же виноград, если уж рассматривать почему-то его чаще всего, те же виноградники. Мы посадили виноград, и виноград, он там года через 4 становится плодоносящим. То есть вот до 4 лет он, хотя он дает плоды, но они не используются как товарная продукция, вот этот виноград. А вот через 4 года, там, через 5 лет он становится плодоносящим, продукцию, которую, виноград, который можно использовать. То же самое, качественные изменения, там, теленочек родился, или, как сказать, корова в женском роде, да, через некоторое время, там, через 2, она может давать потомство уже, да, то есть в ней происходит качественные изменения, ну или количественные изменения, вот родилось потомство. Да, дальше. С биологического актива происходит сбор сельскохозяйственной продукции. Что это такое? Это отделение продукции от биологического актива, либо прекращение его жизнедеятельности. Собрали яблоки с яблони. Это отделение продукции. Там закололи свиней, пардон, это прекращение жизнедеятельности. И в дальнейшем сельскохозяйственная продукция подвергается переработке, для того, чтобы получилась продукция переработки, сельхозпродукция. Да, биологические активы делятся на потребляемые. То есть то, что мы потребляем непосредственно свиньи, да, из них делаются туши, сельскохозяйственная продукция, из туши, допустим, колбасные изделия. И плодоносящие пшеница, сельскохозяйственная продукция, дальше зерно, и уже продукция сельхозпереработки это мука. Да, но какая сейчас существует особенность? Многолетние плодоносящие растения учитываются как основное средство. Что такое многолетнее плодоносящее растение? Это растение, плодоносящее более одного периода. Второе, предназначенное для производства сельхозпродукции и не предназначенное для продажи как живое растение или сельхозпродукция. При этом урожай, собранный вот с этого плодоносящего растения, это является сельхозпродукцией и полностью как бы регулируется 41-м стандартом. Почему это так выделили, мы сейчас посмотрим. Вот буквально секундочку. Итак, условия признания биологического актива.
и сельскохозяйственной продукции. Три условия. Если предприятие контролирует этот актив в результате прошлых событий, существует высокая вероятность получения предприятием будущих экономических выгод, и справедливую стоимость либо фактическую стоимость актива можно надежно оценить. Вот что это значит условие признания? Это значит, мы признаем актив в нашей финансовой отчетности, то есть в отчете о финансовом положении. Первоначальная и последующая оценка биологического актива производится по справедливой стоимости за минусом расходов на продажу. По справедливой стоимости за минусом расходов на продажу. Если биологический актив нельзя оценить, то тогда учитывается по фактической себестоимости за минусом амортизации и убытков от обесценения. Вот. Момент здесь следующий, что на самом деле до внесения изменений вот в 41-м стандарт очень часто возникал такой вопрос. А зачем? Вот, допустим, мы посадили яблоневый сад там, или купили яблоневый сад. Зачем нам яблони, вот сами деревья, учитывать по справедливой стоимости за минусом расходов на продажу? Мы их не можем продать. То есть, ну вот физически, вернее, можем выкопать, но это огромный риск, то, что дерево вообще не выдержит. То есть мы их можем продать, в принципе, как вот сам этот сад, как участок земли. С этим сможем, конечно, продать. Но по большому счету, эти яблони используются, вот их роль ничем не отличается от роли станка, который производит какую-то продукцию. А в данном случае яблони производят яблоки. Ничем не отличается. И почему мы должны станок учитывать там, допустим, по модели фактических затрат, а те же яблони должны учитывать по справедливой стоимости? Это непонятно. Вот. И наконец, это, вот этот такой так скажем, да, шероховатость, действительно неправильность убрали и вот привели к нормальному состоянию. Вот. Так, слушайте, у меня к вам вопрос. Слушайте, да, а вот пшеница, мы разбирали, это плодоносящее растение. Итак, плюсик. Если плодоносящее, ну да, вернее, или нет. Пшеница. Это плодоносящее, да или нет. Нет, 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 нет. То есть вы считаете потребляемое, да? То есть мы прекращаем жизнедеятельность пшеницы. Конечно, посмотрите. Вот смотрите, еще раз. Пшеница — это плодоносящее растение. Пшеница – это плодоносящее растение. Теперь второй вопрос. Можем ли мы пшеницу учитывать как основное средство? Да, вот теперь нет. Да, итак, пожалуйста, не путайте. То есть пшеница плодоносящая, да, оно точно так же, как и виноградник. Это плодоносящее растение. Точно так же, как яблони. Это плодоносящее растение. Но у него, у пшеницы, меньше года. Оно не многолетнее. Оно вот
это растение раз, мы получили зерно и все, и оно умерло. Нам нужно снова засеивать это. Точно так же картофель, точно так же, ну, вот все вот эти вот однолетние растения, они это биологический актив. Да, почувствовали разницу, да, немножко попались. Теперь оценка сельскохозяйственной продукции на дату сбора. Точно так же сельскохозяйственная продукция на дату сбора оценивается по справедливой стоимости за минусом расходы на продажу. А последующая оценка производится уже по правилам ИАС 2 запасы. Последующая оценка производится по правилам ИАС 2. Так, а напомните мне, пожалуйста, правила ИАС 2. Какая у нас там последующая оценка? Вот я вообще просто забыл. И даже не помню. Так, ЧСР, Галина Владимировна, СССР. Ага, да. Так, вижу. Виктор Евгеньевич, вижу. Гульзада Аскарбековна, вижу. Вот. Анна Сергеевна, вот первый ответ. Да, Маргарита Малюбаевна, вижу. Ни в коем случае не наименьшая между себестоимостью и справедливой. Ни в коем случае. Наименьшая оценка производится по наименьшей величине. Либо себестоимость, либо значение ее заменяющее. Вот как в данном случае. Либо наименьшая – это чистая цена реализации. Что такое чистая цена реализации? Это рыночная цена, цена возможной реализации за минусом затрат на реализацию и расходов на доведение до состояния готовности к реализации. Вот. Итак, какие раскрытия требует стандарт? Стандарт требует следующее: раскрывать величину прибыли или убытка от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции и изменения справедливой стоимости биологических активов. А в примечании стандарт требует проводить сверку балансовой стоимости биологических активов на начало и на конец отчетного периода. Я вот сейчас скажу, но просто для того, чтобы вы отметили это. Понятно, что вот то, что я сейчас скажу, это будет немножко бессмысленно, пока мы не будем играть на цифрах. Ваша задача, когда вы делаете сверку, если вот до этого дошло, задача, ну, такая: привести все биологические активы нужно привести к ценам на отчетную дату. Как только вы привели к ценам на отчетную дату, тогда вы уже можете рассчитывать вот эти вот величину биотрансформации, изменения, либо качественные изменения, либо количественные изменения. Да, ну и там в сверке прибыль убыток от изменений справедливой стоимости минус затраты на продажу, приобретение активов, продажа активов, изменение себестоимости в связи со сбором, изменение себестоимости в связи с объединением бизнеса, курсовые разницы и прочие изменения. Но мы с вами посмотрим, как делать эту сверку. Да, государственные субсидии, относящиеся к биологическому активу. Какой порядок учета государственных субсидий? Если государственная субсидия
предоставлена без всяческих условий, то есть государственная субсидия на приобретение, относящееся к биологическому активу, то есть связанное, допустим, с приобретением биологического актива там, или, допустим, наоборот, с поддержанием его там состава, качественного состава. Вот. Если дана без каких-либо условий, мы сразу отражаем в доходе, в прибылях и убытках, когда эта субсидия подлежит получению. Если государственная субсидия предоставлена с какими-то условиями, тогда мы отражаем эту государственную субсидию в прибылях и убытках по мере выполнения условий. А все, что осталось, отражаем как отложенный доход, ну то есть фактически в обязательствах. Да, и если биологический актив у нас оценивается по фактической себестоимости, то мы работаем по правилам ИАС-20, это государственная субсидия и государственная помощь. Вот момент здесь такой. Я понимаю, что, скорее всего, вы не рассматривали 20-й стандарт еще, но там идея в следующем. Да, вот. Эльвира Маратовна, там идея в следующем. Вот кратенько я скажу. Кстати, если у вас есть конспекты, вот полные конспекты на страничке, там на страничке 7 есть вот внизу краткие конспекты АС-20. Но смысл следующий, что если у нас с вами субсидия относится к долгосрочным активам, то она может учитываться либо в балансовой стоимости этого актива, либо учитываться как отложенный доход и по мере использования актива переноситься в прибыль и убытки. По биологическому активу учитывать государственную субсидию в составе балансовой стоимости невозможно, к сожалению. Почему? Да потому что сам биологический актив учитывается по справедливой стоимости. То есть, условно говоря, стоит нам только на какую-то сумму вот там, изменить балансовую стоимость биологического актива, так сразу эта сумма снова вылетает в прибыли и убытки. Потому что на отчетную дату мы должны оценить это все по справедливой стоимости. Вот, поэтому, чтобы не заниматься ерундой, действуем по второму способу, то есть учитываем как отложенный доход и переносим в прибыли и убытки по мере выполнения условий. Да, ну а если субсидия не относится к долгосрочным активам, то она переносится, тоже учитывается как отложенный доход по ИАС-20 и переносится в прибыли и убытки либо по мере выполнения условий, либо по мере по мере компенсации тех расходов, которые она должна компенсировать. Вот так вот скажем. Так, ну в общем-то и вся теория, то есть ее немного. А вот задачки на этот стандарт любопытные, особенно на числовых значениях. Так, прошу вас, пожалуйста, поставьте плюсики, если понятно. Ну, пока вроде бы... Нет, если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, напишите. Да, давайте сделаем так. Вот я понимаю, что как бы вот плюсики побежали, и тут вот я сейчас перейду скорее-скорее к теме, чтобы вы не беспокоились по поводу, что я там побежал уже. Поставьте 3 знака вопроса. То есть вот я увижу, плюсики-плюсики пошли, 3 знака вопроса. Я увижу это, и мы подождем, пока вы сформулируете. Все нормально. Никто никуда не побежит. Так что если есть вопросы, то
три вопроса поставьте. И мы подождем, пока вы их сформулируете. Так, я секундочку, мне нужно пару минут на то, чтобы включить рабочий стол. Так, я никуда не пропал, просто. Так, надеюсь, что вы видите рабочий стол. Хорошо. Так, и мы с вами давайте рассмотрим первое задание. Это у нас с вами июнь. Июль, вернее, 2006 года, номер 3А, и это российская версия, наше задание номер 1 на вебинаре. Итак, читаем задание. Опишите, как каждый из перечисленных активов должен учитываться в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Компания «Кальпурния» находится в процессе приобретения винодельческого хозяйства, в составе которого входят следующие активы. Земля, виноградники, собранный урожай винограда и бутылки вина. Итак, давайте построим ответ. Итак, пункт И – это у нас земля. Земля. Так, сразу скажу несколько слов. Для тех слушателей, которые вот впервые сейчас у нас участвуют в вебинарах по средам, я настоятельным образом рекомендую посмотреть мастер-класс «Как решать ситуационные задания», «Как писать ответы на ситуационные задания». Почему? Потому что очень важно правильно оформлять ответ. Вот сейчас посмотрите, как мы будем писать. Обязательно наш текст будет разбит на блоки. То есть, либо там будут какие-то отточия, ну вот такие вот, ярко выраженные, то есть это будет очень удобно смотреть, несмотря на то, что у меня почерк не очень хороший, честно вам признаюсь. Вот. Но даже в этом случае ответ читать удобно, потому что он четко структурирован. Текста должно быть не более 5, но максимум 6 строк подряд. Все. Написали блок, отступили, то есть текст должен быть
как бы вот построен блоками такими. В данном случае нет никаких расчетов, но идея следующая. Блок к нему расчет. Блок текста к нему расчет. Да. И для тех слушателей, которые вот у нас участвуют тоже впервые, пожалуйста, все, что я показываю на экране, вы можете там не писать, какие-то делать пометочки, все у вас тоже это есть. Но когда я пишу, пожалуйста, пишите вместе со мной. Наша задача подготовиться к экзамену, то есть писать. Итак, Земля учитывается как основное средство. Как основное средство. Первоначальная оценка. По себестоимости. По себестоимости. Последующая оценка. Последующая оценка. Может использоваться две модели. Две модели. Может использоваться две модели. Первая. Модель учета по фактическим затратам. Полностью она называется так. Модель учета по фактическим затратам за минусом накопленной амортизации и убытка от обесценения. Но мы в связи с тем, что не амортизируется земельный участок, сейчас мы об этом скажем, мы вот так сокращенно будем писать. Модель учета по переоцененной стоимости. Модель учета по переоцененной стоимости. Земельный участок не амортизируется. Почему? Так как не имеет срока полезного использования. Да, в ответе, ну, вы потом посмотрите, экзаменатор, ну, в данном случае это не экзаменатор, это компания ITC International была в то время, пишет следующее еще, что земельный участок может учитываться как инвестиционное имущество. Вот, напоминает, что есть еще 40-й стандарт, но вот, к сожалению, в данном случае, скорее всего, оно не может учитываться как инвестиционное имущество. Почему? Потому что используется для, как бы, для производства биологических сельскохозяйственной продукции. А у нас инвестиционное имущество может использоваться либо для получения арендных платежей, вот, либо получения дохода от прироста стоимости капитала. Да. Ну, давайте это напишем тогда, вот сформулируем. Земельный участок
Участок не может использоваться, и, вернее, не может учитываться. Не может учитываться как инвестиционное имущество. Так как будет использоваться, для получения сельскохозяйственной продукции. Итак, следующие виноградники. Виноградник. Пометьте, пожалуйста, себе, что мы рассматриваем это уже в новой редакции. То есть это будет отличаться от ответа экзаменатора. Да, совершенно верно. А вот виноградники мы должны рассматривать как основные средства. Виноградник учитывается как основное средство Виноградник учитывается как основное средство, так как является многолетним плодоносящим растением. И не предназначено Виноградник, да, не предназначен для продажи как живое растение. Или сельскохоз. Или сельхозпродукция. Да, вот посмотрите внимательно. Здесь нет противоречия. То есть виноград – это сельскохозяйственная продукция, собранная с виноградников. Но мы можем, условно говоря, срубить виноградник и продать его как сельхозпродукцию, как дрова. Да? Вот дрова – это тоже… Ну или стволы, да, сельхозпродукция. Вот, мы будем виноградник использовать для получения винограда. Да, основное средство. Средство учитывается по модели двоеточия. По модели фактических затрат. Фактических затрат. За минусом накопленной амортизации
и убытков от обесценения. Обесценение. Либо переоцененной стоимости. За минусом амортизация. И убытков от обесценения. Так, амортизация начинается. Амортизация начинается на следующий месяц после передачи основного средства в эксплуатацию. Так, хорошо. Амортизация начинается на следующий месяц после передачи в эксплуатацию. Ага, ну а я жду, когда же вы среагируете? Екатерина Викторовна, да. Ага, Екатерины Викторовны среагировали. Итак, амортизация начинается с момента готовности к использованию или к эксплуатации. Готовности эксплуатации. С момента готовности к эксплуатации. Да. Так, давайте так. А корова, Галина Владимировна спрашивает. А корова? Давайте разберем, а кто такая корова? Итак, корова является биологическим активом? Вопрос. Да, биологический актив, совершенно верно. Корова является многолетним плодоносящим растением. Нет. Значит, корова – это биологический актив, учитывается по справедливой стоимости за минусом затрат на продажу. Понимаете, Эльвира Маратовна, дело в том, что корова, она сама по себе ценность. Почему? Потому что, с одной стороны, мы можем корову использовать, да, вот для производства молока, пардон, как это, как непосредственно станок, прошу прощения за сравнение, да, либо прекращение жизнедеятельности, можем использовать ее там, как мясо, да. Вот, то есть в данном случае корова у нас учитывается по справедливой стоимости за минусом затрат на продажу. Да, но вот учет, Елена Сергеевна, не зависит от цели, да. Учет все равно это биологический актив.
Видите, дело в том, что для вот таких биологических активов у нас практически всегда есть их справедливая стоимость. Вот в чем дело. Видите, дело в том, что это не совсем станок. Вот. Очень сильно зависит от... Во-первых, для биологического актива характерно наличие справедливой стоимости. Очень редки случаи, когда мы не знаем, какая справедливая стоимость у биологического актива. Очень редки такие случаи. И потом... Эта справедливая стоимость очень серьезно зависит от этапа жизнедеятельности. То есть, если мы с вами возьмем любое основное средство, его справедливая стоимость зависит каким образом? Вот самый простой способ. Самый простой способ – это линейная зависимость, когда вот в момент приобретения это основное средство новое, да, и потом его и справедливая стоимость также, по сути дела, снижается. В случае каких-нибудь основных средств, допустим, каких-то инновационных, там, компьютеров, еще что-то, она может снижаться нелинейно, но она снижается. Где-то быстрее, где-то меньше. А в случае с биологическим активом, его справедливая стоимость действует совершенно по-другому. Его справедливая стоимость действует таким образом, что с момента рождения справедливая стоимость постепенно идет вверх, потом достигает где-то своей точки, там какое-то время держится, и только после этого идет постепенно вниз. Вот, то есть абсолютно нелинейная. Именно поэтому было принято решение все-таки правильный биологический актив учитывать по справедливой стоимости, потому что амортизация вообще как бы, ну, никакого смысла не дает. Вот, Елена, да, вы услышали, да, объяснение, потому что справедливая стоимость нелинейна. Если мы применяем линейную амортизацию, она все равно вот для основного средства так или иначе отражает потребление экономических выгод, раз, и отражает вот снижение этой стоимости справедливой с течением времени, станка, допустим, того же. А у биологического актива не так. С течением времени его справедливая стоимость может только расти. А, допустим, у тех же виноградников, там эта справедливая стоимость может расти десятками, то есть десятки лет, увеличиваться и увеличиваться. Там есть виноградники несколько сотен лет им. Но, конечно, не факт. Конечно, мы можем взять какой-то пример, но для биологических активов это обычное свойство, да? Обычное. А почему размытые критерии? Почему размытые критерии? Вот корова у нас родилась. Какая у нее справедливая стоимость? Вот какая-то вот такая. Потом с течением времени ее справедливая стоимость поднимается. Да? Потом где-то держится какой-то период времени и потом опускается. И все, прекращение жизнедеятельности. Вот такой вот график изменения справедливой стоимости. И такой график изменения справедливой стоимости практически для каждого биологического актива характерен. Ну, практически для каждого, там, многолетнего. А график изменения справедливой стоимости станка и оборудования вот такой.
Согласитесь, это немножко разные вещи. И в учете хотелось бы это каким-то образом отражать. А виноградники? То же самое. То же самое. Вот у них пошло, пошло, пошло. Там 4 года они не плодоносящие. Потом у них они стали плодоносящими. У них справедливая стоимость выросла с течением времени. А там на многие десятки лет, если виноградник хороший и дает хорошее вино, его стоимость только возрастает. И может 100 лет расти справедливая стоимость. То есть в то время как любое здание, его справедливая стоимость падает, у этого 100 лет может расти вверх. И как его отражать? Да, ну вот решили, вот именно и по этой логике шли, конечно, когда вводили справедливую стоимость. Вот. Но решили все-таки для многолетних растений сделать исключение, потому что если мы корову, смотрите, можем реализовать в любой момент, то многолетние растения, которые используются только для сбора биологической сельскохозяйственной продукции, извините. Вот, мы как бы вот эту справедливую стоимость реализовать просто так не можем. Вот. Но мы можем учитывать этот виноградник, вот то, что вот учитывать, то, что его справедливая стоимость вот так вот растет, мы можем учитывать, используя модель переоценки, правильно? Можем же это делать? Можем. И тогда его справедливая стоимость будет так вот отражаться, таким хитрым образом. Так, ну что ж. Да, да. Я прошу прощения и хочу напомнить вам про нашу задачу. Наша задача с вами подготовиться к экзамену, а не поймать этот совет по международным стандартам на какой-нибудь логической неувязке. Итак, собранный урожай винограда. Собранный урожай винограда. Это сельскохозяйственная продукция. Учитывается как сельскохозяйственная. Продукция. Первоначальная оценка. По справедливой стоимости. За минусом. Затрат. На продажу. Последующая оценка. Аналогично. ИАС-2. По наименьшей. По наименьшей. По наименьшей. Первоначальная оценка. Первоначальная оценка в данном случае. Либо чистая цена реализации. Чистая цена реализации. Ну и бутылки вина. Это четвертый. Бутылки вина.
Бутылки вина это продукция сельхозпереработки. Это продукция сельхозпереработки. Первоначальная и последующая оценка. Первоначальная и последующая оценка. Первоначальная оценка. Оценка по себестоимости. По себестоимости. По себестоимости. Но тут можно дописать, включая виноград в оценке как сельхозпродукция. И последующая оценка. По наименьшей. Последующая оценка по наименьшей. Себестоимость. Себестоимость. И чистая цена реализации. Чистая цена реализации. Так. Да, Юлия Сергеевна. Итак, обратите внимание, вот я хочу обратить ваше внимание на формирование ответа. Посмотрите, как оформлен ответ. Он легко читаемый, он структурирован. Маркеру легко ставить баллы. То есть он вот у маркера вот здесь экран, то есть грубо говоря, он видит это все в электронном виде и он может проставить балл. То есть там 0,5, вот 0,5, 0,5 и поехал и так дальше. Если у вас все залито, все залито текстом. Очень сложно маркеру читать и очень сложно соотнести вот правильные фразы с, так скажем, с баллами. Понятно? Так, Гульзада Скорбековна, не совсем понял. За минусом затрат на реализацию это что такое? Это к чему относится? Да, Юлия Сергеевна, что значит включая виноград в оценке как сельскохозяйственная продукция? Дело в том, что бутылки вина оцениваются по себестоимости. Там есть затраты на приобретение бутылки, да, допустим, пробки, там, то, что себестоимость вот этого процесса заливки туда и закупоривания. И туда же входит, в эту себестоимость входит виноград, вот, в оценке, как сельскохозяйственная продукция. То есть по справедливой стоимости за минусом затрат на продажу.
Вот чистая цена реализации, ЧСР. Об этом имеется в виду. Вот, кстати, да, так вот мы сокращаем, иногда и непонятно, что это такое. Да, чистая цена реализации – это возможная цена реализации за минусом затрат на реализацию, затрат на продажу и за минусом затрат на доведение до состояния готовности к продаже. Вот. Вообще-то, возможная цена реализации – это не совсем справедливая стоимость. И Совет по международным стандартам об этом говорит, обращает внимание, что, ну вот, так вот. Но, в принципе, для упрощения мы можем так считать, что это близко к справедливой стоимости. Хотя пишем, если нам нужно объяснить, что такое чистая цена реализации. Вот так, что возможная цена продажи за минусом затрат на реализацию или на продажу, что синонимом является, и минус затраты на доведение до состояния готовности. Так, а теперь давайте пойдем в следующую задачку. 6 баллов. Посмотрите, у нас 6 баллов. У нас с вами на 6 баллов за сколько мы должны эти 6 баллов заработать? За 10 минут 6 умножить на 1,8. Да, 11 минут. Нас же не просят написать, что такое чистая цена реализации. Нас просят объяснить, как делается учет и оценка. Итак, задание 2. Итак, объясните, как следует учитывать данную операцию в отчетности Y за год, закончившегося 30 сентября 2014 года. Если это необходимо, подготовьте сверху балансовой стоимости биологических активов, где отдельно показать изменения справедливой стоимости, связанные с изменением рыночных цен и связанные с биотрансформацией актива. Давайте прочитаем это задание. Ипсилон готовит отчетность по состоянию на 30 сентября 2014 года. Одно из направлений деятельности Ипсилон – виноделие. 30 сентября 2013 года, то есть за год до отчетной даты, Ипсилон приобрела в собственность виноградник общей площадью 100 гектар вместе с участком земли, на котором он произрастает, за 10 миллионов долларов. Ожидается, что срок плодоношения виноградника составит 40 лет, начиная с 30 сентября 2013 года. В соответствии с учетной политикой Ипсилон, недвижимое имущество учитывается по модели переоцененной стоимости. 1 апреля 2014 года был собран первый урожай винограда объемом 200 тонн, который был использован для производства вина. Вино подлежит двухлетней выдержке, и в соответствии с учетной политикой Ипсилон хранение и поддержание в винных погребах определенных условий является частью технологического процесса производства вин. За год, закончившийся 30 сентября 2014 года, Ипсилон были произведены следующие затраты. На переработку 200 тонн винограда в вино в сумме 35 тысяч долларов. Хранение вина и поддержание определенных условий в погребах в сумме 50 тысяч долларов. Расходы на содержание виноградника и уход за ним 120 тысяч долларов. Имеются следующие данные о справедливой стоимости. Аналогичный земельный участок 100 гектар, но без виноградника 5 миллионов. На конец года 5200. 200 тонн свежесобранного винограда
1 апреля 2014 года, 200 тысяч 30 сентября, 220 тысяч. Вино урожая 2014 года, произведенное из 200 тонн винограда, на 1 апреля его стоимость 320, на 30 сентября 380. Справедливая стоимость. Можно обоснованно считать, что затраты на продажу выше проведенных активов составляют 5% от их справедливой стоимости. Арам Саркисович, какая страница у задания 2? Страница 1. Так, ну что ж. Начнем. Ситуацию регулирует. Ситуацию регулирует ИАС. Так, а напишите мне, пожалуйста, что ж тут регулирует ситуацию? Да, хорошо, спасибо большое. Конечно, ИАС-16 и ИАС-41. Вот как раз мы и с 16-м стандартом немножко поработаем. Итак, земельный участок. Земельный участок. Учитывается. В составе основных средств. Учитывается в составе основных средств. По модели переоценки. По модели переоценки. Земельный участок не амортизируется так как не имеет срока полезного использования. Так как не имеет срока полезного использования. Первоначальная оценка по себестоимости и равна 5 миллионов долларов. Миллионов долларов. Оценка на 30 сентября 2014 года по справедливой стоимости и равна. Там сколько у нас справедливая стоимость? 5 миллионов 200.
5 миллионов 200. Прочий совокупный доход. Доход от переоценки равен 5200 минус 5, получится 200 тысяч долларов. И резерв переоценки на 30.09.2014 года равен 200 тысяч долларов. Так, обращаю ваше внимание на что? На то, что в своем ответе мы даем все те значения, которые должны быть у нас представлены в отчетности, то есть в выписке. В обязательном порядке ничего не откладываем на потом. Типа, ой, это я в выписке покажу. В выписке мы, до выписки вы чаще всего не доберетесь. Поэтому мы должны предоставить маркеру возможность оценить наш ответ, получить баллы, вот исходя из нашего текста. Да, кстати, оценка, вот это 5200, это какой актив, напомните мне, как мы его учитываем. Да, совершенно верно. Долгосрочный актив. Давайте подпишем. Долгосрочный актив. Теперь виноградник. Виноградник – это основное средство. Основное средство. Так как является многолетним плодоносящим растением, не предназначен для продажи как биологический актив. Да, не предназначен для продажи, как в скобочках живое растение. Или сельскохозяйственная продукция. Модель учета по фактическим затратам. Первоначальная оценка. По себестоимости. И равна 10 миллионов. Мы заплатили за виноградник 10 миллионов. Минус 5 миллионов земля. Итого 5 миллионов долларов.
5 миллионов долларов. Амортизация. Начинается с момента готовности к использованию использованию, то есть у нас с вами это с 30.09.2013 года и амортизация так, давайте-ка лучше я прошу прощения, давайте вот так лучше напишем с 01.10. Вот так. Амортизация. Амортизация, дебет, прибыли и убытки. Амортизация, дебет, прибыли и убытки равна 5 миллионов разделить на сорок лет, да? Сто двадцать пять тысяч долларов и балансовая стоимость. Балансовая стоимость на 30.09.2014 года равна 5 миллионов минус 125, получится 4 миллиона 875 тысяч долларов. И это долгосрочный актив. Долгосрочный актив. Следующий шаг. Урожай винограда. Урожай винограда. Виноград это сельскохозяйственная продукция. Продукция. Первоначальная оценка. По справедливой стоимости. Стоимости по справедливой стоимости за минусом затрат на продажу за минусом затрат на продажу признается признается дебет актив запасы дебет актив запасы сумма а в какой сумме? Помогите мне, пожалуйста, рассчитать. Что-то я вот взял и остановился. Так.
190. Угу. 190. 304. Ульяна Федоильевна, что за странная цифра? 35 плюс 50 плюс 120. Да, отлично. Хорошо. 205. Да. Ну что, давайте посчитаем. Итак, справедливая стоимость у нас с вами дана в табличке. На момент сбора это 320. 320. За минусом затрат на реализацию, это значит умножить на 0,95, 5%. И получится 304 тысячи долларов. И кредит. Кредит, прибыли, убытки. И убытки. Сумма 304 тысячи долларов. Вот мы признали этот Обратите внимание, понятно, да, почему 304 плюсик, понятно. Почему не 190, не 35, 50 плюс 120? Хорошо, Галина Владимировна, я понял, почему вы так написали. Давайте чуть-чуть подождем. Я сейчас не буду объяснять, чуть-чуть подождем. Я думаю, что все прояснится. Слушайте, это я неправильно посмотрел. Прошу прощения. И такой бодро 200 на 0,95 190. Я прошу прощения перед теми, кто написал 190. А кто у нас? Максим Русланович, Екатерина Николаевна, Екатерина Викторовна. Да, две Екатерины Викторовны. Да. Итак, но это еще не все. В дальнейшем, так, отступим немножко от проводки. В дальнейшем стоимость винограда в сумме 190 тысяч долларов войдет в состав себестоимости. Себестоимости вина. Вина. Теперь давайте посмотрим вино. Вино. Это продукция. Сельхоз. Переработки. Переработки. Учитывается в соответствии с ИАС-2. ИАС-2. Первоначальная оценка. Первоначальная оценка по себестоимости. По себестоимости. Двоеточие. Что туда включается у нас?
Виноград. Виноград. В сумме 190 тысяч. Следующее. Переработка, прямые затраты. На переработку. Тридцать пять тысяч. Далее. Хранение вина. Как часть технологического процесса. Как часть технологического процесса. 50 тысяч долларов. Итого. Первоначальная стоимость 190 плюс 35 плюс 50, получится 275. Так, все ли это или нет? По этому, по вину. В чате все, не все, но если не все, то что еще нужно? Да, молодцы. Последуй, Эльвира Маратовна, какая амортизация? Это запасы. Это запасы. Последующая оценка. Последующая оценка. По наименьшей. По наименьшей. Двоеточие. Себестоимость. Себестоимость. И она у нас 275 тысяч. И чистая цена реализации. Последующая оценка. Давайте вот сюда напишем на 30 сентября 2014 года, чтобы было понятно. Итак, чистая цена реализации. Напишите мне, пожалуйста, чистую цену реализации. Какую я должен здесь поставить? Да, 361. Итак, 380 умножить на 0,95 получится 361 тысяча. Вывод. Вывод. Балансовая стоимость. Запасов в скобочках вина на 30.09.2014 года равна
275 тысяч долларов. И это краткосрочный актив. Актив. И это краткосрочный актив. Да. Что-то еще, может быть, мы забыли описать. Какие-нибудь еще у нас, может быть, есть цифры. Просто 20 тысяч. Да. Расходы на содержание основного средства. Или вернее так, ну, затраты на самом деле, на содержание. Правильнее, конечно, писать. На содержание основного средства. Виноградника признаются как расходы периода. Дебет прибыли, убытки. Убытки. Дебет прибытки 120 тысяч. Сто двадцать тысяч. Так, теперь момент следующий. Но это еще не все. В вопросе сказано у нас: если это необходимо, подготовьте сверку балансовой стоимости биологических активов, где отдельно нужно показать изменение справедливой стоимости, связанное с изменением рыночных цен и связанное с биотрансформацией активов. Так, вопрос, да? Да, Лаура Бакджановна, да, я вижу вопрос. У меня пока, давайте чуть-чуть, я на него отвечу чуть-чуть попозже. Мы закончим задачу и отвечу. Итак, сверку делаем или нет? Да, отлично, молодцы. И поэтому давайте напишем теперь. Сверку стоимости биологических активов не делаем. Так как они отсутствуют в условии задания. Нет здесь биологических активов, здесь основные средства. Плюсик, что понятно, да? Коварно, да, коварно. Коварно. Я специально включил эту фразу, чтобы... Почему? Потому что экзаменатор, да, экзаменатор попробует, если он, если будет эта вот задача на этот, на 41 стандарт,
он попробует, вот как раз будет, скорее всего, будет многолетнее растение. Он попробует вас вот туда впихнуть, как будто это биологический актив, а это основное средство. Да. Да, теперь вопрос, который звучал у нас с вами, Лаура Бакаджановна. Ситуация в следующем. На самом деле, в данном случае лучше использовать, может быть, не краткосрочный актив, да, а оборотные активы. Вот такое. То есть в данном случае мы отражаем в разделе краткосрочных либо оборотных активов, потому что это для нас оборотный актив. Да, его операционный цикл составляет больше 2 лет. Там, вернее, больше года, да, 2 года. Но тем не менее он представляется у нас в разделе краткосрочных оборотных активов. Вот, потому что это определение. Давайте сделаем выписку. Тоже интересно. Итак, выписка из отчетности. Выписка из отчетности на 30 сентября 2014 года. И первая выписка – это отчет о совокупном доходе. Обязательно пишем раздел «Прибыли и убытки». Еще раз обращаю ваше внимание. Я позволяю писать себе сокращенно название отчета, но только потому, что дальше пишу разделы этого отчета развернуто. Итак, у нас с вами амортизация, содержание основных средств. Что у нас там? Признание сельскохозяйственной продукции. Признание сельскохозяйственной продукции. И все, да? Итак, 125 амортизация. Амортизация. Содержание ОС 120 со знаком минус. Признание сельскохозяйственной продукции. Сто девяносто со знаком плюс. Потом следующий раздел. Прочий совокупный доход. Доход. Это переоценка. Переоценка. И переоценка у нас с вами 200, да? 200. И отчет о финансовом положении. Долгосрочные активы. Активы. Основные средства. Основные средства. Земля. Виноградник. Так, земля у нас 5200. Виноградник. Четыре восемьсот семьдесят пять. Четыре восемьсот семьдесят пять. Далее. Краткосрочные активы. Запасы.
Запасы у нас с вами 275. И собственный капитал. Резерв переоценки. Резерв переоценки 200. Да. Плюсик, если задачка понятна. Если есть вопрос, три вопросика поставьте, и мы подождем, пока вопрос сформулируете. Да. Молодцы. Хорошо. Хорошо, вижу, да, 4 плюсика. Да. Ну вот такая задачка. Давайте, знаете что, сделаем мы сейчас с вами перерывчик. Перерыв. И потом попробуем сделать задачу все-таки на биологический актив. Чтобы вы попробовали, как это делается. И попробовали сделать сверку. Потому что это тоже интересно, любопытно. Как определить состав отчета о совокупном доходе в данной задаче? Так, Эльвира Маратовна, даже я немножко это не знаю, как ответить. То есть вот мы решаем каждый элемент, решаем, решаем, понимаем, что туда входит. То есть, что ложится на прибыль и убытки. В данном случае у нас была переоценка, это прочий совокупный доход. Вот. И потом его просто-напросто собираем из нашего ответа. Вот еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что все элементы отчета о финансовом положении, все элементы отчета о совокупном доходе у нас представлены в ответе. То есть мы в выписке ничего не решаем. Мы просто переносим данные из ответа. Так, да, Галина Владимировна, чем отличается тестирование от обесценения? Что такое тестирование? Тест на обесценение. Это процесс сверки балансовой стоимости актива с его возмещаемой суммой. Вот когда мы непосредственно сравниваем. Ну, то есть и поиск этой возмещаемой суммы как наибольшее значение между ценностью использования и справедливой стоимостью за минусом затрат на продажу. Вот что такое тест на обесценение. А что такое так, я сам прочитал вопрос и не понял. Наверное, имелось в виду не тестирование от обесценения, да? Тестирование, тест на обесценение и признаки обесценения. А вот признаки обесценения, это могут быть какие-то внешние признаки, то есть моральное устаревание оборудования, ухудшение рыночной ситуации, там, рост процентных ставок, там, вдруг скачок какой-то инфляции. Вот, это все признаки обесценения. Если это есть признак, то мы обязаны провести тест на обесценение. Вот, понятно? Да. Галина Владимировна, еще раз, тестирование от обесценения, ну как бы, это оно вместе звучит. Тест на обесценение. Тест на обесценение. Вот.
Тест на обесценение может отличаться от признаков обесценения. Вот. А, это вчера было. А вчера было следующее. Вчера у нас было обесценение. Мы делали тест на обесценение и списывали. То есть у нас обесценивалось, и мы списывали вначале за счет резерва переоценки, а потом все остальное относили на прибыль и убытки. Здесь у нас нет никакого обесценения. Здесь нет. Так, да, давайте сделаем перерыв 15 минут и потом пойдем дальше. Пятнадцать минут до 21:18. Пьем чай. Если будут какие-то вопросы, еще, пожалуйста, в чате пишите. Я его не буду выключать. Все, встретимся через 15 минут.
Снятие. Поставьте плюсик, что меня слышно. Да, хорошо, спасибо большое. Вижу, что все нормально. Сейчас я включаю рабочий стол. Так, а мы с вами займемся третьим заданием. Это английская версия экзамена декабря 2004 года, номер 5Б. Что нам нужно сделать? Подготовить выписку из финансовой отчетности за год, закончившейся 30 сентября 2004 года, в которой будет показаны операции Сигма, связанные с приобретением и содержанием молочного стада. Вы не должны готовить сверку изменения балансовой стоимости биологических активов. Но мы не должны, конечно, готовить сверку, но мы ее давайте с вами подготовим. Потому что это интересно. Давайте прочитаем задание. Компания Sigma готовит финансовую отчетность на 30 сентября каждого года, то есть 2004 год, отчетная дата. 1 октября 3 года, то есть за год до отчетной даты, Sigma осуществила следующие операции. Приобретен большой земельный участок за 20 миллионов долларов. Приобретены 10 тысяч молочных коров, средний возраст которых на 1 октября 3 года составлял 2 года за 1 миллион долларов. Получен грант в сумме 400 тысяч долларов на приобретение данных коров. Этот грант был безвозвратным. В течение года, закончившегося 30 сентября 2004 года, Сигма понесла следующие расходы. 500 тысяч долларов на содержание животных, питание, охрана. 300 тысяч долларов за услуги местного фермера по разведению животных. На 1 апреля 2004 года, то есть 1 апреля 2004 года, это полгода до отчетной даты, родилось 5000 телят. Больше не произошло никаких других изменений в количестве животных за год, закончившийся 30 сентября 2004 года. На 30 сентября 2004 года запасы молока у Сигма составили 10 тысяч литров. Эти запасы были проданы по рыночным ценам вскоре после окончания года. И имеется следующая информация. Справедливая стоимость земельного участка, новорожденные телята, 6-месячные телята, 2-летние коровы, 3-летние коровы и молоко за литр. Так, я сейчас включу рабочий стол. Итак, у нас с вами задание номер 3. Задание номер 3. Ситуация регулирует. А что, какие стандарты регулируют ситуацию? Да, 16 и 41. Да, второй можно еще, да. Я с второй.
Да, 20-й. Нет, 20-й здесь не работает. Вот 20-й, Галина Владимировна, здесь не работает. Ну что ж, поехали. Опять же, земельный участок. Земельный участок. Основное средство. Основное средство. Первоначальная оценка. Она 1 октября 2003 года по себестоимости. По себестоимости и равна 20 миллионов долларов. Все в тысячах записываем. Все в тысячах. Последующая оценка. Может использоваться могут, все-таки, наверное, да, могут использовать две модели. По фактическим затратам. По фактическим, по переоцененной. Стоимости. Так, какую модель выберем? Так, Галина Владимировна, вам хочется как бы написать резерв переоценки, посчитать прочий совокупный доход. Конечно, на экзамене, Арина Федоровна, на экзамене мы выбираем то, что проще. Зачем нам эта переоценка нужна? Итак, для модели фактических затрат. Фактических затрат. Двоеточие. Земельный участок. Не амортизируется. Так как не имеет. Срока полезного использования. Не имеет срока полезного использования. Балансовая стоимость. Балансовая стоимость на 30 сентября 2004 года у нас с вами равна 20 миллионов долларов. И это долгосрочный актив. Коровы. Коровы. Коровы – это биологический актив.
Биологический актив. Биологический актив. Первоначальная и последующая оценка. Осуществляется. Осуществляется по справедливой стоимости. За минусом затрат на продажу. Так, первоначальная оценка. Оценка коров равна чему? Так, так. Хорошо. Вера Николаевна, какие-то странные неровные цифры. Да. Что за неровные цифры? Угу. Да, давайте посмотрим. Итак, первоначальная оценка. Смотрим в табличку. Мы приобрели двухлетние коровы. Двухлетних коров. И первоначальная оценка у нас 10 тысяч штук умножить на $90 за корову. И у нас получится $900 000. Разница между фактическими затратами и первоначальной оценкой относится на расходы периода. То есть дебет прибыли убытки равно миллион. Мы же заплатили миллион, да? А признали только 900 тысяч. Поэтому 100 тысяч дебет прибыли убытки. Галина Владимировна, теперь понятно? Плюсик. Понятно? Итак, идея в следующем. Первоначально мы признаем не по затратам на приобретение, а первоначально мы оцениваем по справедливой стоимости за минус затраты на продажу. Естественно, это отличается от затрат, потому что мы там приобрели за миллион их, там, допустим, еще заплатили какие-то издержки, связанные с приобретением. Вот эта вся разница падает реально на прибыли и убытки. Так, хорошо. Дальше у нас. Справедливая стоимость
вернее, извините, балансовая стоимость. Балансовая стоимость коров на 30 сентября 2004 года у нас с вами равна 1 миллион, ой, вернее, 10 тысяч штук умножить. А на сколько мы должны умножить? Скажите, пожалуйста. На 94. А почему на 94? Угу. На 97, конечно, они же стали уже трехлетними коровами. И у нас получится 970 тысяч. Год прошел, они стали трехлетними. Да, 97, не 94. Итак, изменение справедливой стоимости относится на прибыли и убытки. Убытки. Итак, кредит. Прибыли, убытки. То есть это доход у нас, можно написать. Доход равен 970 минус 900. Получится 70 тысяч долларов. Так, а балансовая стоимость вот тут вот на 30.09 900 тысяч. Подпишем еще, пожалуйста, долгосрочный актив. Актив. Теперь телята у нас с вами. Телята. Телята. Биологический актив. Биологический актив. Первоначальная оценка. Первоначальная оценка на момент рождения, да, 1 апреля 2004 года. Равна 5000 штук умножить на... А на что умножить? Напишите, пожалуйста. Арина Федоровна, да. 21. Обратите внимание на дату, когда они родились. 105 тысяч долларов. Доход от первоначального признания. Доход от первоначального признания. Кредит. Прибыли и убытки. Кредит, прибыли, убытки 105 тысяч долларов. Дальше. Балансовая стоимость.
балансовая стоимость на тридцатое ноль девятое 2004 года равна. А чему равна балансовая стоимость? Напишите, пожалуйста. А, в табличке, да, я вижу, 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 понял. Лаура Бакаджановна, да. Но это описка просто-напросто. Скорее всего, даже, наверное, моя описка, потому что я переводил, когда эту задачу, и вот напереводился. Итак, какая стоимость у нас с вами будет? Да, 5000 штук умножить на, они уже 6-месячные телята, на 25. И получится 125 тысяч долларов. И это у нас долгосрочный актив. Долгосрочный актив. Изменения. Так, сейчас, секундочку. Изменения справедливой стоимости. Стоимости относятся на прибыли и убытки. Так, кредит, прибыли, убытки, равно 125 минус 105, получится 20 тысяч долларов. Так, теперь у нас осталось молоко, да? А, и еще расходы, вот эти вот услуги фермера. Итак, молоко. Молоко. Это сельскохозяйственная продукция. Продукция. Первоначальная оценка. Первоначальная оценка. По справедливой стоимости. Стоимости за минусом затрат на продажу. За минусом затрат на продажу. Последующая оценка. В соответствии я с вторым. Но здесь дальше не нужно нам расписывать, потому что ее нет. Мы только первоначальную оценку сделали. Итак, балансовая стоимость запасов молока у нас с вами равна 10 тысяч литров.
умножить на 0,55, получится 5 500 долларов. 5 500 долларов. И это краткосрочный актив. Актив. Да, затраты на содержание животных. Животных. И на разведение животных. Признаются как расходы периода. Дебет. Прибыли, убытки. Дебет, прибыли, убытки. Так, содержание. 500, а здесь разведение 300. Итого 800. Итак, давайте, знаете, что сделаем? Давайте вначале сделаем выписку из отчетности. Вот закончим задачу, сделаем выписку из отчетности, а потом попробуем сделать сверку. А, грант забыли. Да, грант. Спасибо большое. Получен грант. Грант связан. Биологическим активом. Учитываемым. По справедливой стоимости. Масте. За минусом. Затрат на продажу. Так как грант был предоставлен без условий, он относится на доходы периода. Кредит, прибыли, убытки. Кредит, прибыли, убытки. Да, можем дописать еще. Грант не может учитывать, то есть, итак, кредит, прибыли, убытки. Четыреста тысяч. Грант не может учитываться в балансовой стоимости. Балансовой стоимости биологического
Активы. Ну что, давайте подготовим выписку. Выписка из отчетности на 30.09.2004 года. И у нас отчет о совокупном доходе, раздел прибыли-убытки. Прибыли-убытки. Итак, доходы от первоначального признания биологического актива. Доходы-расходы, связанные с первоначальным признанием, должны учитываться отдельно в отчетности. Доходы от первоначального признания биологического актива – это у нас с вами коров и телят. Далее, доходы от изменения справедливой стоимости. Стоимости коров, телят. Далее, что у нас еще? Расходы содержания животных. Содержание животных и разведение животных. И грант. Грант. Так. Доходы от первоначального признания коров. Минус 100. Телят сто пять. А, еще, пардон, у нас же еще сельскохозяйственный. Продукция. Доходы от первоначального признания сельскохозяйственной продукции 5,5. Да, доходы от изменения справедливости телят и коров. Двадцать, а здесь 70. Коров 70, телят 20. Расходы на содержание минус 500, минус 300 и грант 400. И грант 400. Отчет о финансовом положении. Долгосрочные активы. Основные средства.
Основные средства у нас 20 миллионов долларов. Биологические активы. Биологические активы. Это у нас коровы, телята. Так, а что у нас там с коровами и с телятами? Коровы, балансовая стоимость 970, а телята 125. Так, долгосрочные активы. Далее. Краткосрочные. Запасы. Молоко. Пять и пять. Ну, в общем-то, и все, по-моему. Анна Владимировна, у меня тогда ответный вопрос. А как учитываются основные средства? Нет, вот балансовая стоимость — это оценка. Она как бы и в любом случае она балансовая стоимость, Эльвира Маратовна. У нас две оценки. Либо по модели фактических затрат мы оцениваем, либо по переоцененной стоимости. Конечно, на экзамене ДПИФР лучше действовать методом наименьшего сопротивления. То есть и учитывать по модели фактических затрат. Да, по фактическим затратам. А поэтому изменился он, справедливая стоимость повысилась, нам без разницы. Если справедливая стоимость понизилась, то нам нужно сделать тест на обесценение. Вот так. Да, просто потому что решили делать проще. Плюсик, если задача понятна. Если есть вопрос, три минуса поставьте и, пожалуйста, задайте его. Я вас прошу не стесняться. Мы с вами здесь для того, чтобы работать, для того, чтобы выяснять, для того, чтобы пришло понимание, что у нас происходит. Поэтому не стесняйтесь, а то видите, там побежали плюсики, да? Ой, и как бы я один не понимаю. Нет, это не так. То есть, пожалуйста, поэтому спокойно спрашивайте. Мы здесь для этого и собрались. Так, перед грантом. Давайте я на грант сейчас. Перед грантом. Вот так вот. Арам Саркисович, как же это не будем делать? Это просто гвоздь программы сверка биологических активов. И мы не будем ее делать. Конечно, будем делать. Да. Нина Станиславовна, все нормально? ОСД, так ОСД. Да, конечно, сельскохозяйственную продукцию я вот 5,5 сюда зря немножко внес. Потому что мы написали доходы от первоначального признания биологического актива. Да. А тут тогда нужно сказать доходы от признания сельскохозяйственной продукции. Вот, но все равно прибыль. Арина Федоровна, как отразить? Это
Как в предыдущей задаче, мы в предыдущей задаче, как резерв переоценки отразить, как прочий совокупный доход отразить, вот эту четверочку. И потом появляется резерв переоценки. Так, ну что ж, давайте сделаем сверку. Итак, сверка балансовой стоимости. Биологических активов. Итак, мы с вами по двум направлениям действуем. Это коровы у нас и телята. Итого. Более дробное представление не нужно. То есть, условно говоря, коровы двухлетние, коровы трехлетние, десятилетние. Вот коровы, телята. Итак, сальдо на 1 октября 2003 года. 0,00. Итак, приобретение. Приобретение. В данном случае мы приобретали коров. Мы приобретали коров. И мы затратили 1 миллион приобретения. И первоначальное. Первоначальное признание. У нас с вами минус 100 по коровам, а по телятам мы первоначально признали. Сколько у нас там по телятам мы признали? А, 105 у нас было. 105. Первоначальное признание. 5. Дальше. Изменение справедливой стоимости. Изменение справедливой стоимости за счет изменения. Так вот, изменение справедливой стоимости за счет изменения цен и биотрансформации. Биотрансформации. В данном случае это рост. В данном случае это рост. Давайте посмотрим, как мы это делаем. За счет наша задача, чтобы посмотреть, насколько изменилась справедливая стоимость, какой мы доход получили за счет того, что коровы и телята выросли вот на год, ну телята на полгода стали старше, мы должны все привести к единой системе цен. Что это значит? А это значит, мы считаем, что коровы пока остаются двухлетними. И за сколько в течение года изменилась цена на двухлетних коров? Это 94 минус 90 умножить на 10 тысяч штук. И получится 40 тысяч долларов. То же самое мы с вами проделываем с телятами. Итак, цена на новорожденного теленка насколько изменилась в течение года? С 22
Вернее, до 22 с 21 умножить на 5000 штук. Итого изменение на 5000. Вот смотрите, как только мы теперь привели в единую систему цен, то есть у нас с вами и коровы, и телята оцениваются в одной системе, в системе на 30 сентября 2004 года. А теперь мы смотрим, какое изменение произошло за счет роста. Трехлетние коровы 97 долларов, минус 94 двухлетние, то есть на 3 доллара увеличились за счет роста стоимость умножить на 10 тысяч. И у нас получится 30 за счет роста. И здесь телята с 22 до 25 умножить на 5000. И у нас получится 3,15. 15. Вот давайте и подведем итог. Сальдо на 30.09.2004 года. Девятьсот плюс 40 плюс 30 получится 970. 970. Здесь 125. И всего 1 095 000. Проверим это. По сумме пройдемся. 1 005 45 45 195. Вот это сверка. Вот это сверка. Плюсик, если понятно. Вот самый главный момент сверки, еще раз, привести все к единой системе цен. И в сверке нам нужно отдельно показать изменение цен, то есть изменение справедливой стоимости за счет просто изменения цен. Ну там инфляция, допустим, произошла. Вот. Или рыночные цены увеличились в связи с тем, что там, допустим, ну какой-то там, ну пардон, какое-то несчастье в сельскохозяйственной вот этой деятельности, да, у всех там вдруг перемерли все коровы, и их справедливая стоимость просто выросла. То есть цены на них выросли, на точно такие же коровы, как были. А цены выросли. И сколько изменились цены за счет вот биотрансформации, именно в данном случае роста. Да, Галина Владимировна, но обратите внимание, что у нас с вами вот в отчетности, если мы посмотрим, у нас есть изменение справедливой стоимости. Вот оно, 90, правильно? Но мы не понимаем, за счет чего оно произошло, это изменение справедливой стоимости, 90. А нам нужно понимать. То есть за счет того, что на 45 тысяч долларов выросли цены, и на 45 тысяч долларов они выросли вот в цене за счет того, что они росли. Понятно? То есть эта информация важна. А может, они с ними плохо обращались, и там получается так, что в ценах-то они выросли, потому что просто цены выросли,
а они сами потеряли в стоимости. Вот, ну что ж, у нас, в принципе, осталась одна задачка по основным средствам. Как вы думаете, теорию нам нужно по основным средствам пробежаться? Да. Да. Нет, пожалуйста, вы не стесняйтесь. Да, тогда пробежимся. То, что, допустим, у кого-то поздно, это не страшно. В данном случае все равно я разошлю все записи, и вы посмотрите. Да, я попрошу своих слушателей планомерных курсов не надо отвечать. Потому что я понимаю, что мы недавно прошли основные средства, и для вас это все. Да, логично. Давайте посмотрим. На подходы по основным средствам. Сейчас я их включу. Так, надеюсь, что вы видите. Это как тестировался у нас этот 16-й стандарт на экзамене. Посмотрите, на самом деле, достаточно стандартные задачи. Что у нас было? Операционная аренда в июне 15-го не тестировался. В декабре 14-го была операционная аренда, то есть мы взяли в аренду основное средство и там изменили перегородки какие-то. Вот стандартная задача. И нам нужно это в конце срока аренды демонтировать. Вот. В декабре 13-го на 14 баллов задача мы считали себестоимость фабрики, причем совместно с 20 треть этим с 23-м стандартом затраты по займы. Вот в декабре 12-го был капремонт и операционная аренда. То есть как мы учитываем основное средство по компонентам. В июне 12-го года основное средство тоже с резервом, видимо, на демонтаж. В июне 11-го тоже операционная аренда и демонтаж. Вот в июне 10-го себестоимость фабрики и капремонт и операционная аренда в марте 10-го года. Да, здесь операционная аренда и себестоимость завода и была переоценка. С переоценкой мы с вами уже работали. Да, момент такой. Как вы думаете, какая задача будет на экзамене? Вот, в декабрьскую сессию, если вывалится эта задача.
Да. Совершенно верно. На самом деле, вот я так думаю, что либо будет переоценка на экзамене, либо капитальные ремонты. Ну, потому что себестоимость фабрики была недавно, ту недавно была операционная аренда, и вот будет либо переоценка учитываться как-то, либо капитальные ремонты. В связи с тем, что переоценку мы с вами посмотрели, я думаю, что давайте посмотрим, как учитываются капитальные ремонты. Да, но это задачка, которая будет. А теперь по теории пробежимся. Что это такое? Основные средства – это материальные активы, используемые в процессе производства либо поставки товаров, предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях в течение более чем одного отчетного периода. Да, вот многолетние плодоносящие растения – это сейчас основные средства. Когда мы признаем основные средства в отчетности, то есть что значит признаем в отчетности? Значит, отражаем в отчете о финансовом положении, как активы. Если, ну, во-первых, если они удовлетворяют определению основным средствам, и вероятно получение от актива будущих экономических выгод и стоимость актива может быть надежно оценена. Какие нужно сдать предварительные определения? В принципе, стандарт не три, вот на экзамене не, от нас не требуется воспроизведение этих определений, но вы должны понимать их смысл. Итак, амортизация. Это систематичнее амортизируемой стоимости актива на весь срок его полезного использования. А что такое амортизируемая стоимость или амортизируемая величина? Вот она. Это себестоимость актива или другая сумма его заменяющая. Но в данном случае, когда у нас идет переоценка, вместо себестоимости мы ставим уже переоцененную стоимость. За вычетом его остаточной стоимости. А что такое остаточная стоимость? Ну, вот еще раз хочу сказать. На сегодняшний день в официальных стандартах на русском языке используется перевод «остаточная стоимость». Мне кажется, это не очень как бы правильный использованный термин. Почему? Потому что в российском учете под остаточной стоимостью понимается балансовая стоимость на конец отчетного периода. Вот. Лучше все-таки было ранее используемое неофициальное перевод неофициальный этого термина ликвидационная стоимость. Более понятно. Что это такое? Это расчетная сумма, которую предприятие получило бы в настоящий момент времени от выбытия актива после вычета расчетных затрат на выбытие, если бы данный актив уже достиг того состояния, которое ожидается к концу срока его полезного использования. Что это значит? Это значит, что, допустим, мы приобрели станок за миллион долларов, который будет использоваться в течение там, 10 лет. Но в конце этого десятилетнего срока, вот если бы он у нас использовался, мы его можем продать за 100 тысяч долларов. Вот. Поэтому амортизируемая сумма будет только 900 тысяч, как миллион минус 100 тысяч. И вот каждый год мы будем признавать по 90 тысяч долларов амортизации. Теперь, что касается метода амортизации. Метод амортизации должен отражать предполагаемую структуру потребления предприятием будущих экономических выгод от актива. И используется у нас линейный метод, метод уменьшаемого остатка, либо метод единиц производства. Пересматриваться метод амортизации должен ежегодно. Ежегодно. Это метод амортизации, это бухгалтерская оценка. Но чаще всего она не меняется в данном случае. Мы как приобрели основное средство, так обычно его и используем определенным образом.
Что такое срок полезного использования? На самом деле, если мы с вами рассматриваем срок полезного использования как период времени, это правильно, но это не все. Срок полезного использования в одном случае рассчитывается как период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для использования предприятием, либо это количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить от использования актива. Что это значит? Это значит, что амортизироваться основное средство может не только с течением времени, а может амортизироваться по выпуску, допустим, готовой продукции. То есть у нас есть некий станок, он должен выпустить за весь срок своей жизни, допустим, 5 миллионов деталей. И вот он работает, выпускает детали, мы пропорционально выпущенным деталям начисляем амортизацию. Точно такой же пример по этим, по машинам. Допустим, мы начисляем амортизацию по километражу, который она пробежала. То есть, допустим, машина должна пробежать за весь срок своей жизни 800 тысяч километров. Вот пропорционально пробегу мы начисляем амортизацию. Да, остаточная стоимость, срок полезного использования, метод начисления амортизации пересматриваются ежегодно, то есть дата устанавливается в учетной политике. Первоначальное признание по себестоимости. Мы признаем основное средство. Что такое себестоимость? Это справедливая стоимость предоставленного возмещения за это основное средство. То есть ситуация следующая. Если мы с вами покупаем за денежные средства, то справедливая стоимость предоставленного возмещения здесь понятна, это деньги. А если мы с вами делаем бартерный обмен, то есть мы с вами отдаем одно основное средство и приобретаем другое. Допустим, отдаем автомобиль и приобретаем станок. Приобретаем станок. Справедливая стоимость автомобиля, допустим, стоит, ну, я условно скажу, 100 тысяч долларов. А цена на заводе этого станка нового, 80 тысяч долларов. По какой стоимости мы признаем у себя в отчетности себестоимость станка, первоначальная оценка? Итак, если бы мы покупали за деньги его на заводе, то у нас цена его 80 тысяч долларов. Справедливая стоимость автомобиля, который мы отдаем в обмен на этот станок, 100 тысяч долларов. По какой оценке мы признаем основное средство? Напишите. Да, по 100, по справедливой стоимости, только Лаура Бакаджановна, вот это сокращение, непонятно, что написано, по себестоимости, по справедливой стоимости автомобиля. Да, итак, справедливая стоимость, вот эти вот, предоставленного возмещения складывается у нас из трех компонентов. Из трех компонентов. Первое. Это прямые затраты на приобретение. Туда включаются цена покупки, пошлины, невозмещаемые налоги и профуслуги, прямые затраты на доставку и доведение до состояния готовности, второй элемент. И третий элемент – это затраты на демонтаж и восстановление окружающей среды
в размере резерва. То есть, если условия резерва выполняются, то мы признаем первоначальной стоимости еще и затраты на демонтаж и восстановление окружающей среды. Что не включается в первоначальную стоимость? Затраты на открытие линии, рекламные, маркетинговые расходы, административные и прочие накладные расходы, сверхнормативные расходы ресурсов при создании, затраты на передислокацию после начала использования, ремонт и техническое обслуживание. Причем ремонт и техническое обслуживание все относится, и капитальный ремонт, все относится на расходы. Но с капитальным ремонтом ситуация следующая. В учетной политике мы можем отразить определенный способ отражения капитальных ремонтов, и сейчас мы о нем скажем немножко позже. Итак, последующая оценка. По двум моделям мы можем учитывать. Первая модель учета по фактическим затратам. Как она рассчитывается? Это себестоимость за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Либо модель учета по переоцененной стоимости. Справедливая стоимость на дату переоценки за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. Переоценка у нас с вами попадает в прочий совокупный доход и отражается в капитале в резерве переоценки. Если у вас, кстати, вот к слушателям, которые не участники планомерных групп, если у вас вызывает сложность понятие, что такое прочий совокупный доход, для чего он нужен и как он отражается, пожалуйста, у меня на сайте есть ссылки на статьи МСФО на практике, которые я писал для этого журнала. Там в прошлом году писал. И вот там есть статья ИАС-1, прочий совокупный доход. Вот, пожалуйста, почитайте ее. Там вот это объяснено, что это такое, для чего это делается. Да, что происходит дальше с резервом переоценки? Резерв переоценки может по мере использования основного средства переноситься в нераспределенную прибыль. А может не переноситься в нераспределенную прибыль. Тогда он переносится в нераспределенную прибыль в момент выбытия. То есть это все отражается в учетной политике. То есть либо по мере использования основного средства мы вот этот накопленный резерв переоценки переносим потихонечку в нераспределенную прибыль, либо не переносим. Гульзада Скербековна, извините, я не совсем понял, они это кто просит регистрацию? Нет, вы заходите на мой сайт, раздел доп. Материалы, там вот где у меня бесплатные все материалы, и там увидите вот этот вот формочку МСФО на практике, ссылочку, и зайдете туда, и там все мои статьи опубликованы. Да. Начисление амортизации начинается с момента готовности к эксплуатации. Обратите внимание, не когда мы начали эксплуатировать, не со следующего месяца, а вот с того момента, когда он готов к эксплуатации. На экзамене ДПИФР у нас всегда в начале или в конце какого-то месяца. Ну, то есть, вот, допустим, он готов к эксплуатации 31 декабря 2014 года. Мы начинаем амортизацию с 1 января, то есть один день значение не влияет. То есть для нас на уровне экзамена не важно, когда он начал
31 декабря 2014 года или 1 января 2015? С точки зрения математики, вот расчета экзамена, представления цифр, как бы это несущественно. Да, особенность учета по компонентам. Мы можем учитывать, вообще-то мы можем учитывать основное средство по компонентам. В каком случае? Когда у него разные компоненты имеют разный срок полезного использования. Вот стандарт приводит пример самолета. Когда у нас фюзеляж используется в течение 20 лет, может использоваться, а внутренняя обшивка – это кресло, ковры, там шторки, еще что-то. Это все используется в течение 5 лет. Поэтому мы можем делать следующее. Мы можем учитывать один объект основного средства по разным компонентам. Допустим, фюзеляж и компонент обшивка. Да, мы выделяем в стоимость их и амортизируем по разным срокам амортизации. Точно так же мы можем капитализировать капитальные ремонты в виде отдельного компонента. Но как это делается? При первоначальном признании мы выделяем компонент капитальный ремонт в сумме ожидаемых затрат на капитальный ремонт. Остальной компонент основного средства учитывается как фактические затраты минус вот эти вот минус стоимость компонента по капитальному ремонту. И в дальнейшем они амортизируются каждый со своим сроком. Компонент капитальный ремонт амортизируется по сроку ожидаемого ремонта. А основное средство амортизируется по своему сроку. Да, ну вот сейчас мы в задачке разберем это, еще на цифрах поиграем. Итак, примечание. Земельные участки имеют неограниченный срок полезного использования и поэтому не амортизируются. Существуют исключения, там карьеры, там земельные участки под свалки, но на экзамен ДПИФР как бы это не применяется. То есть мы пишем, что земельный участок не амортизируется, так как не имеет срока полезного использования. Долгосрочные активы, инвестиционное имущество, учитываемые по фактические затраты, нематериальные активы, имеющие срок полезного использования, ежегодно проверяются на наличие признаков обесценения. То есть по ним не делается тест на обесценение, да, а они проверяются на наличие признаков. И вот если признаки есть, то тогда делается тест на обесценение. А что такое признаки? Уменьшение рыночной стоимости, ухудшились внешние условия, рост процентных ставок. Вот это все как раз признаки обесценения, моральное устаревание, экономическая эффективность, там, допустим, завода оказалась хуже, чем ожидалось. Да, ну вот и все, что касается теории по основному средству. Давайте посмотрим, как это реализуется на задачах. Итак, у нас с вами задание 5. Это декабрь 2012 года. Номер 2Б. Вот что-то такое ожидаем, что будет на экзамене. Итак, что нужно сделать?
Подготовить ответы на вопросы, заданные нашим помощником, включить в наши ответы любые дополнительные объяснения, по нашему мнению, которые необходимы. И для всех случаев рассчитайте влияние на прибыль, отражаемую в финансовой отчетности за год, закончившийся 30 сентября 2012 года. Итак, мы работаем финансовым контролером. У нас помощник, который опять ничего не знает, не понимает. А делаем отчетность на 30 сентября 2012 года. И текст сам. 1 октября 2010 года наша компания приобрела крупное оборудование за 20 миллионов долларов. 1 октября относительно отчетной даты. За сколько времени? Напишите, пожалуйста, относительно отчетной даты. Так, а я, пардон, не включил. Сейчас включим. Да, 2 года. Спасибо большое. Да, планомерным группам, кто решали эту задачку, в принципе, все. Спасибо большое. Я думаю, что вам смысла нет ее еще раз повторять. Кто хочет ее повторить, пожалуйста, оставайтесь. А с остальными мы продолжаем. За 2 года до отчетного периода мы приобрели крупное оборудование на 20 миллионов долларов. Предполагаемый срок полезной службы данного оборудования составляет 8 лет. Но 30 сентября 2014 года потребуется капитальный ремонт данного актива, чтобы обеспечить его эксплуатацию в течение последних 4 лет предполагаемого срока использования. Но 30 сентября 2014 года это через 4 года. С учетом цен, действующих на 1 октября 2010 года, стоимость капитального ремонта, по всей вероятности, составит 4 миллиона долларов. Предполагается, что в случае проведения капитального ремонта оборудование будет иметь разумную ликвидационную стоимость в конце срока его полезной службы. На 1 октября 2010 года остаточная стоимость оборудования оценивалась в 1 миллион долларов. 30 сентября 2011 года данная оценка была скорректирована до 1,1 миллиона долларов, а 30 сентября 2012 года до 1,2 миллионов долларов. По какой-то причине мы не начислили износ на данный актив за год, закончившийся 30 сентября 2011 года. Я думаю, что это было неверно. Следует ли мне исправить ошибку и начислить в текущем году износ за 2 года? Да, ну что ж, давайте решим эту задачку. Ситуацию регулируют. ИАС-16. И что еще? Нет, 36-го здесь нет, Арам Саркисович. Да, я с 8-й, конечно. Изменения в расчетных бухгалтерских оценках, учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. Итак, оборудование. Необходимо учитывать. Учитывать. По двум компонентам.
По двум компонентам. Первое. Компонент. Компонент. Капитальный ремонт. Капитальный ремонт. Первоначальная оценка. В сумме ожидаемых затрат на капитальный ремонт и равно 4 4 миллиона долларов. Все в тысячах. Срок полезного использования. Равен 4 года до ожидаемого срока ремонта. Далее, следующий компонент. Компонент оборудования. Компонент оборудования. Первоначальная оценка. Первоначальная оценка. Фактические затраты. Минус фактические затраты, минус ожидаемая стоимость капремонта и равно $20 миллионов, все в тысячах. Минус 4 миллиона долларов и равно 16 миллионов долларов. Не начисление амортизации. В 2011 году это ошибка. Ошибка исправляется. В периоде совершения. Периоде совершения путем ретроспективного пересчета счета статей отчета о финансовом положении. Но в данном случае давайте напишем статей активов. И второе. Корректировки. Входящего. Сальдо нераспределенной
прибыли на 1 октября 2011 года. Остаточная стоимость это бухгалтерская оценка. Которая подлежит ежегодному пересмотру. Амортизируемая сумма Так, я прошу прощения, давайте вот поторопился немножко. Год на 30 сентября 2011 года. Вот так. Амортизируемая сумма. Оборудование. Равна амортизируемая сумма 16 миллионов минус 1,1 миллион обратите внимание на отчетную дату 14.900 тысяч долларов. Амортизация 1 миллион прибыли убытки за год. Капремонт равен 4 миллиона разделить на 4 года и равно 1 миллион долларов. И оборудование равно 8 лет. 14.900 разделить на 8 лет получится 14.900. Миллион 863 тысячи долларов. И у нас с вами балансовая стоимость основных средств. На 30 сентября 2011 года равна капремонт равен 4 миллиона минус миллион
и получится 3 миллиона. И оборудование. Оборудование равно 16 миллионов. Обратите, первоначальная стоимость 16. Минус 1 863 000 получится 14 137. 14 137 000 долларов. А теперь давайте сделаем отчетный год. Отчетный год на 30 сентября 2012 года. Итак, амортизируемая стоимость. Амортизируемая стоимость оборудования равна 14 137, то есть балансовая стоимость на начало года минус 1 200 000 получится 12 937 000 долларов. Так, я где-то ошибся. Найда Курбановна, Нина Станиславовна, цифры какие-то возникают. Я где-то ошибся в расчетах? Так, плюсик, если все в порядке. Если у вас получаются такие же цифры, как у меня. А, помогли считать. Да, я хорошо. Да, все в порядке. Хорошо, спасибо. Так, да, вы за мной следите, потому что я тоже могу куда-нибудь улететь. Амортизируемая стоимость оборудования 12 937 000. И амортизация. Амортизация за год. Дебет, прибыли, убытки. Дебет, прибыли, убытки. По капремонту. Равен 3 миллиона разделить на 3 года. У нас остается миллион. И оборудование. Оборудование равно 12 937 000 разделить на 7 лет. У нас осталось 7 лет. Получится 1 848 000. 1 848 000. Итого амортизация. Два миллиона 848 000. Итак, балансовая стоимость. Балансовая стоимость основных средств. На 30 сентября 2012 года равна.
капремонт равен 3 миллиона минус миллион, получится 2 миллиона. И оборудование. Оборудование равно 14137 минус 1 848 000, получится 12 289. Итого балансовая. Стоимость 12 289 тысяч долларов. Долгосрочный актив. Долгосрочный актив. Ну и давайте сделаем выписку. Выписка из отчетности на 30.09.2012 года. Отчет о совокупном доходе. Прибыли и убытки. Амортизация. Амортизация. Капремонт. И оборудование. Оборудование. Так, 1 848 000. И там капремонт 1 000 000. Общее воздействие 2 848 000. И отчет о финансовом положении. Долгосрочные активы. Основные средства. Основные средства у нас 12 289. Ой, да, 14, конечно, не 12, 14. 14 289. Да, спасибо большое, понял. Так, плюсик, если задачка понятна. А, слушайте, забыли дописать одну важную вещь в этой задаче. Нужно дописать. ИАС-37 запрещает создание резерва под будущие операционные затраты. То есть идея в следующем. Посмотрите, вот еще раз хочу сказать. Мы с вами купили основное средство за 20 миллионов долларов. Стандарт запрещает делать резерв, то есть создавать резерв за счет, допустим, расходов под этот капремонт или за счет основного средства, увеличивая его баланс, первоначальную стоимость. Нет, наша первоначальная стоимость, как была 20 миллионов, мы фактически заплатили, так и осталось 20 миллионов.
Мы просто искусственно разделили его на 4 миллиона долларов. Это компонент капремонт. И 16 миллионов долларов стали учитывать как бы оставшееся оборудование. Но все равно, хотя мы его называем оборудование, само оборудование как бы состоит из двух компонентов. Вот. И этот компонент у нас амортизируется срок за 4 года, а этот амортизируется за 8 лет. Вот и все. Естественно, момент следующий. Когда пройдет 4 года и у нас спишется вот эта вот сумма, сама сумма ремонта будет, конечно, не 4 миллиона, а она может прошло 4 года, инфляция, цены изменились, рыночная ситуация как-то изменилась. Допустим, стоимость капремонта составила 5 миллионов. Вот мы эти все 5 миллионов и капитализируем. Вот. Вот таким образом. Вот идея. То есть стандарт вообще, совет по МСФО подошел очень изящно к этому вопросу. Во-первых, он смог как бы разработать модель капитализации все-таки этих затрат. Почему? Для чего это нужно? Это для того, чтобы нужно, чтобы у нас расходы вот, признавались более-менее равномерно. Допустим, мы авиакомпания, и у нас парк самолетов. Мы когда-то его купили, допустим, большинство самолетов приобрели там одновременно. Естественно, им одновременно требуется там через, допустим, через 5 лет им требуется серьезный капитальный ремонт. И у нас вдруг бах, через 5 лет, раз в 5 лет такие расходы выпадают в отчетности. Вот чтобы этого не делать, а равномерно признавать эти расходы, вот придумали такую штуку. Учет по компонентам. Во-первых, плюс ее в том, что она не изменяет первоначальную стоимость основного средства. В целом она вот так 20 миллионов и остается. Все просто амортизируем по разным срокам. Вот. Ну что ж, спасибо вам огромное за вебинар. В принципе, на сегодня все. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Да, в следующую среду мы начинаем разбор ИАС-15. Выручка по договорам с покупателями. Такой глобальный стандарт получился у них. Да. Через полчасика, 20 минут я вам вышлю ссылочку на запись занятия. Да, может быть, утром. Уже тоже поздно. Да, до свидания, спокойной ночи. До свидания. Спасибо вам большое. Мы очень-очень хорошо поработали. Да, если есть вопросы, поставьте три вопросика, чтобы я видел, чтобы я не отключился сейчас. Да, до свидания. Ну что ж, вопросов нет. Всего хорошего, да. До следующей среды. А слушателям планомерной группы до пятницы. Да, до свидания.